Побегут ли депутаты? Активисты из ТАЗовской ГЭДы Максим Нячи бросил вызов ямальским депутатам. Напомню, Максим – инициатор акции «Ямал-забег», которая стала на Ямале популярной в прошлом году и в которой принял участие губернатор Дмитрий Артюхов. Общественники призывают ямальцев к ведению здорового образа жизни и начать предлагают с пробежек. В 2019-м Максим Нячи решил придать акции новый импульс. Теперь, по задумке общественников, пример должны подать и региональные, и муниципальные депутаты. Мы бросаем вызов депутатам законодательного собрания Ямал-Ненецкого автономного округа и вообще всем депутатам всех поселений, всех муниципальных образований Ямала. Ну вот, друзья, я вас вызываю, выходите на пробежечку.